сразу можно, а потом возникают объективные трудности. Ну что, у нас сейчас Инна Жукова выступает, и опять чрезвычайно интересная у нас связка, потому что вместе идут сейчас белорусские, болгарки и украинки. Элизабет Байзиева, болгарка следующая, Тамара Ерофеева далее будет выступать. А мы же следом вновь увидим Кабаеву. У Кабаевой будет упражнение с булавами в следующей смене. Ну и... насколько я понимаю, после того, как 36 выступлений мы посмотрим, будет небольшой перерыв, новости на канале Евроспорт, ну а дальше вновь 36 выступлений мы посмотрим, то есть все, что сегодня запланировано, мы увидим в прямом эфире. В прямом эфире мы увидим. Я могу сказать, что гимнастическое сообщество не дремлет, смотрит наш репортаж. Я так понимаю, что тебе подсказали, да, по телефону? Фамилию ты скажи. Марина мне, Фатеева. Вот, очень Но хорошо. Когда я подходила к телефону, мне... Кто-то смотрит... коллеги по тренерскому цеху Амины Зариповой. Да, вот как бы хочу еще раз рассказать, что вот под руководством Марины Фатеевой греки находятся, скажем, практически чуть ли не выиграли у России. А вот Ирина Липарская, которую сейчас девочки мне напоминали. Это известный тренер белорусской сборной, тренер, первый тренер Марины.